Всем привет, болельщики, это Саша Милевский. Сегодня будем кататься с микрофоном на льду. Машка, что скажешь для камеры? Не, ничего не скажу. Паша, что скажешь для болельщиков? Они самые лучшие. Лал, ты с Лешем тогда сворачивайся. Over! Hey, hey! Ты будешь подставлять меня на микрофоне, да? Кто-то там пьет теплая вода просто. Это ты? Вообще ужас был. Эй, эй! Пройдет второй пас потом ему ко мне. Можно? Да ноги там, все нормально, просто руки не там. Я с микрофоном, да. Так что не подставь себя. Мне. Иди, иди в борт, иди в борт. Мозг, мозг. А где ты хочешь, что я пошел? Если пройдет в центр, там надо как поинты кучу. Все броски 1-0, все, после броска притормаживают. Картай, вот это гол. На броска я посмотрел, куда бросить. Да. Мимо. Мимо. Нападающие шайбы, движение, передача ближнему. Симыч, ты точно не понял? Ты не понял? А что я не понял? Блин, нормально, нормально. Что-то у нас защитники сегодня как бобер. Даже бросок не сделали. Кстати, в бороду дал. Серега, покажи все, как надо. Вот. Один раз бросил, один раз забил. Эй! Sorry. Второй сходу, сходу, сходу. Не сходу? Ты сказал сходу. Наблюдайте, вот мастер. Димыч! Голясо! Анкара Тимыч. That was a hard slap shot. Precision, no? Dude. It's like in a game. А вы знаете, почему Дроздов так сильно бросает? Потому что когда размах идет, у него много волоса на голове нету. И очень аэродинамика делается. Дай. Ой. Есть плохие слова, но не буду говорить. Что, давай с ним